Меры безопасности на всех видах транспорта в связи со взрывом на станции метро Санкт-Петербурга сегодня усилены в Москве. Провести проверку антитеррористической защищенности объектов метро, МЦК, Мосгортранс и других транспортных предприятий поручил мэр города Сергей Собянин. Усилены меры досмотра в аэропортах. На данный момент каких-либо перебоев в работе транспорта не сообщается. Ранее в пресс-службе столичного метрополитена также заявили о готовности к оказанию любой необходимой помощи коллегам из Петербурга.